В преддверии празднования главного государственного праздника Ленинское отделение партии «Единая Россия» запускает серию патриотических акций в муниципалитете. Так, сторонники «Единой России» и активисты «Молодой гвардии» в центре Видного раздали воздушные шары в цвет российского флага и ленточки «Триколор», символизирующие национальное единение и будущее народа великой страны. Более 150 шаров и ленточек вручили единороссы видновчанам, поздравив с главным праздником страны. Акция продолжится и в других частях муниципалитета. Планируется раздать более 700 бело-сине-красных шаров и лент.